маджлис в палаточном городке Мина. Дагестанские паломники завершили все обряды хаджа. Заключительный день пребывания в долине Мина, что в 8 километрах от Мекки, состоялось масштабное мероприятие. С успешным завершением хаджа паломников поздравили представители хадж-миссии России, Минаца, Муфтията и компании «Марва Тур». Подробности в сюжете Хамзы Нурмагомедова. В заключительный день пребывания паломников в долине Мина одна из палаток открыта нараспашку. Более 2000 человек собрались под одной крышей, где все воздают хвалу Всевышнему за возможность попасть на святые земли. Мероприятие прошло при поддержке президента фонда имени Бибулата Хаджи, депутата Народного собрания Магомеда Магомедова. Все мы до сих пор по достоинству не оценили то благо, которую Всевышний Аллах нам даровал, всем, кто сегодня здесь, кому Всевышний Аллах даровал возможность совершить в этом году хадж. Воистину он особенный. Самое важное то, для чего Всевышний Аллах это поклонение на нас возложил. Он его возложил на нас для того, чтобы каждый из нас установил особую свою связь со своим Создателем. Хадж объединяет внутри себя очень многие виды поклонений. И джихад, и хиджра, и расходование своего имущества на пути Всевышнего Аллаха, и молитвы, и посты, когда раб допускает те или иные упущения во время хаджа. Что говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе? Ман хаджа фалям ярфуф валям яфсук хараджа мин зунубихи каяума валядатху уммуху. Тот, который совершил хадж и при этом не сквернословил и не грешил, он выходит от своих грехов очищенным, как в тот день, когда родила его мать. Вы представьте себе, какой же этот шанс. Вот мы возвращаемся домой, и мы начинаем свою жизнь с белой страницы, с чистого листа. Бесконечная хвала, альхамдулилля, что Аллаху Тааля нас избрал по своей безграничной милости, а не по нашим заслугам, чтобы мы праздновали этот день в этой долине Мина. В этом году и числа такого маленького количества, которых Аллаху Тааля избрал, как наш уважаемый брат Хизбулла Хаджи говорил, 12300 человек из такого огромного количества мусульман, чтобы мы из них оказались. Какое же огромная милость Всевышнего Аллаха. Альхамдулилля за это и словами, и сердцем. И дай Аллах, чтобы у нас и на деле было шукру Аллаху за этот ниамат. Подобные маджлисы в Мина стали уже доброй традицией. Здесь ученые и богословы говорили о важности осознанного соблюдения всех обрядов хаджа, делились словами напутствия и наставлениями. Перед паломниками также выступили местные исполнители нашидов муадзины мечети Айши. Да будет доволен ее Всевышний. С успешным завершением хаджа всех присутствующих поздравил министр по национальной политике и делам религии Энрик Муслимов, который сам в этом году был в числе паломников. Не всем удается, не у всех получается, не у всех появляется возможность совершить хадж. Но Всевышний принимает старания тех, кто прилагал все усилия для того, чтобы совершить хадж. Но мы сегодня оказались в числе тех, кто Всевышний открыл дорогу для того, чтобы оказаться нам вместе в этом особенном месте. Я хочу поздравить всех вас с этим, и чтобы Всевышний принял все благие деяния, все наши намазы, которые мы прочитали здесь, и тех, кто читает у нас дома и не оказался среди нас.
Хадж-компания 2022 года завершилась успешно, вопреки всем трудностям. Подготовка проходила в короткие сроки. Также свой отпечаток оставили и санкции. Об организации хаджа в своих выступлениях рассказали руководитель хадж-миссии России Хизбулла Асуев и гендиректор компании «Марватур» Булат Курбанов. Хадж-миссия России, Совет по хаджу, делает огромную работу, чтобы благополучно мы все могли совершить хадж. Альхамдулиллах, в этом году 12330 паломников из Российской Федерации посетили эти священные земли. Это 50% той квоты, которую нам предоставили в 2020 году. Из них более 6000 дагестанских паломников, что радует нас, что такая любовь к пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, и к священным землям, которые находятся в Мекке и в Медине, у наших братьев и сестер дагестанцев. Те санкции, те ограничения, которые сейчас наложены на нашу страну, они нас коснулись прямым образом. Это сложности в платежах, перечислениях в Саудовскую Аравию. Это сложности с организацией перелетов из России в другие страны. Все эти ограничения, которые нам приходилось пытаться как-то обходить, преодолевать, для того, чтобы все благополучно приехали в Саудовскую Аравию. Вот я вам скажу откровенно, был период, когда мы сомневались, что действительно хадж состоится в этом году или нет. У нас не было уверенности, мы где-то 50% на 50% долгое время находились в таком состоянии, мы не были уверены, что благополучно все паломники получат визы, что транспортные компании, авиакомпании согласятся лететь в Саудовскую Аравию и перевозить паломников, исходя из того, о чем я сказал, эти ограничения и невозможность проведения этих платежей. Когда удалось решить вопрос, вы знаете, что изначально у нас появилась возможность только наземным путем отправлять паломников через Дубай, потому что прямые рейсы санкциями запрещены для Российской Федерации. Ни одна из авиакомпаний была не способна это сделать. Но так получилось, Всевышнему так было угодно, что какая-то часть людей все-таки смогла полететь и прямыми рейсами. Удалось решить и этот вопрос. Это все происходило прямо в период организации этого паломничества. Это влекло за собой очень много изменений прямо в режиме, как говорится, онлайн. И эти все сложности, все эти трудности, которые нам приходилось преодолевать для того, чтобы вы сегодня действительно здесь находились. Сразу после маджлиса паломники отправились на джамараты – кидание камней. Это заключительный этап хаджа. Первый рейс из Саудовской Аравии в Дагестан запланирован на 14 июля. Хамза Нурмагомедов, Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Саудовская Аравия.